Ваши два театра радуют горожан своими постановками. Один из них – Ошский государственный академический драматический театр имени Бабура. Он был основан в 1918 году. Здесь на сегодня трудится 150 работников. Но с каждым годом его состояние ухудшается. Театр нуждается в капитальном ремонте. Рушащиеся стены, устаревшие стулья концертного зала и едва горящий свет. Вот в таком состоянии находится Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр сейчас. Ремонт здесь был проведен 30 лет назад. В театре был частично проведен ремонт, но уже устарел. Об этом мы уже сообщили в Министерство культуры. В октябре этого года будет столетие театра. Было бы хорошо до этого времени провести ремонт. К столетию театра предстоит сделать множество работ. Некоторые ремонтные работы его сотрудники сделали сами, не дожидаясь финансов. Театр нуждается не только в обновлении и ремонте внутреннего убранства, но и внешнего фасада. Для того, чтобы достойно встретить гостей, которые прибудут на юбилей, надо начать ремонт в ближайшее время. Наш театр является частью нашей истории, так как он был создан в революционные годы. Он также считается гордостью страны, в котором кыргызским и узбекским зрителям представляются различные спектакли. Но отопительная система каждый год ломается и выходит из строя. Теперь их нужно обновить. Такая же ситуация с отопительной системой обстоит и в Национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова. И в этом году будет проводиться ряд различных культурных мероприятий. Руководство отмечает, что на решение проблемы в скором времени будет выделено 16 миллионов сомов. Мы совместно со сметчиками составили смету на ремонтные работы и отправили в министерство. Если они выделят денежные средства, то будем готовы осенью провести церемонию закрытия Тюрксоя и проведению фестиваля арт-объектов. Многие мероприятия в рамках объявленной эстафеты «Ош. Культурная столица тюркского мира» будут проводиться именно в этом театре. Прошлой осенью здание отремонтировали, из-за этого его состояние лучше, нежели в других театрах Оша. С уверенностью могу сказать, что состояние нашего театра намного лучше, чем в остальных. Мы сделали ремонт. На окна повесили тюли с национальным орнаментом, обновили освещение. Также наряду с этим был проведен капитальный ремонт фасада здания. В Министерстве культуры сообщили, что в скором времени музеи и театры южной столицы будут реконструированы. В городе Ош планируется на сегодняшний день, там есть драматический театр города Оша. И плюс основной музей Сулайманто, который также будем планировать. Ну, сейчас, конечно, там делаются проекты, окончательная сумма еще неизвестна. Как только будет известно, будем уже вторым этапом туда включать. Сейчас вторым этапом рассматривается именно драматический театр города Оша, а потом уже театр имени Бабура. Специалисты отмечают, что с улучшением условий культурных объектов будет обеспечен рост посещаемости культурных заведений города. Дебек Шашамбиева, Кенжебек Максатулы, Пирамида, город Ош.